Всем привет, ребят! Ну что, сегодня у нас будет очередной обзор на нового героя в новой сборочке. Он собран будет у нас на атаку. Вот такая вот сборка, порочный пак 9. Это для него, сразу же говорю, не топовый талант. Ну, я решил все-таки его протестировать, посмотреть, что же будет на девятке, как он будет наносить урон и что он себя покажет. Сразу же минуса, он будет еще быстрее убиваться. Его просто будет слить. Сюда подходит только ремочка, чтобы он включился, потому что другой талант, ну, еще как вариант выживания поставить. Возможно, за 3 секунды его успеют зарядить, но опять же, ремка дает еще плюс 70% атаки. Плюс 20%. Не стал я заморачиваться, вытаскивать 25 с победного, там плюс-минус этих 5% ничего не сыграют. Снаряги он у нас вот так вот собран, то есть крит урон, точность, крит резист. Крита, в принципе, у него и так хватает за счет 12 скилла и плюс прокачка немножко сейчас вот, то есть хватает. Да, вполне, чтобы он критовал. Конечно, можно больше его на крита собрать, но сейчас особо смысла нет. В общем, поехали с рейдом, начнем поставить сюда по питомцу. Конечно, можно было бы поставить, ну давайте, в принципе, поставим, попробуем сразу же на максималке. Практически по урону поставим ему панчбокс. Правда, будет очень великий вариант того, что он просто не ударит, потому что его будут сливать из-за стана. Ну, посмотрим. Вот, как-то так остался у нас. Должен был быть остаться у нас Огник, но его тоже он ушатал. Такая сборка, конечно, крутая, но минуса то, что он просто не будет успевать у вас включиться в основном. Урона, конечно, немерено. Ну вот, Ворожей, там, Огник. Накрас просто улетели. То есть по урону тут вопросов нет. Единственное, надо, чтобы он включился еще, а это очень проблематично, потому что есть стан, есть забор энергии, поэтому ремочный вариант все-таки самый лучший пока. Так. Где бы нам такую расту? Ну, такие расты, вот видите, сейчас нам наложили. А, это Командора. А, вот он. То есть тут нереально просто выжить. Он дал баф Командоре. Командора первая стоит. Так, сейчас попробую сейчас как-то. Вот видите, стан прошел и все. То, о чем я говорил, что такая сборка. Вот он наконец-то включился. И панчбокс работает через раз. Или он вообще на нем не включается, что-то я не заметил. Сейчас еще раз. Тут еще плюс дополнительно от панчбокса должно прилетать 5% атаки, поэтому сами можете представить, какая тут атака. Поэтому все вражеские герои просто разлетаются. Вот отлично есть дырочка. Так, одна. Смотрим, интересно будет, что сейчас будет с Анубисом. Ну вот опять, видите, попали на тотем. В принципе, это даже не помешало нам. Вот, смотрите. Сразу же минус. Ну, Анубиса там, надо, врезался. Так, теперь надо найти какую-то еще топовую расстановочку с героями. И пойдем дальше тестить. То есть такой вариант, конечно, крутой, но я не знаю, я бы не качал бы у себя. Если у вас, тем более, он единственный. Вы смотрите. Всю энергию забрали. И до свидос просто. Ну, все, он ничего не сделал. А ремка плюс ожива. Был бы шанс, что он включится. Либо наоборот. Так, попробуем тут. Вот как-то так. Просто тупо ушатался. Хотя, по идее, он, когда включает скилл, не должен. То есть, скорее всего, смотритель ударил.
Поэтому так и слился. Так, ну интересно. Ай, опять не включился. А, это Командора у нас. Круто. Что за фигня? Так, смертушки надо, чтобы пропали. Попробуем на фрае включиться, если получится. Вот, включились. Ну, смотрите на урон по Некросу. Махатма улетела, по Некросу еще. Фрейка просто тупо с плюшки шатанула. Некросу еще ограничения, поэтому там не так просто ледяному Фениксу его слить. Так, вот вижу, ну, не прокачанный ледяной. Давайте еще разок против. Ну, смотрите, что он делает. Ну, Некрос, вот видно, далее это в это время как раз его щит срабатывает. Ну все, смертушка. Единственный герой на каком-то будет смертушка, и все. Он у вас просто больше не включится. Так, хорошо, поехали дальше. Поехали на подземочке. Наша любимая подземка. Посмотрим, попробуем. Не знаю, он сейчас тоже, наверное, не сможет так включиться. Придется использовать магию. Да, видите. Сейчас попробуем изначально магию, если нет, еще возьмем. Попробуем так. Ну давай, разгоняйся, отключайся уже. Вот смотрите, стану и все. Просто тупо простоял. Хотя видели, да, как патчбокс бьет на нем. Просто какой-то бешеный питомец по урону. Так. Пробуем еще разок. Вообще без вариантов. Так, теперь попробуем так, чтобы поменьше. Ну ладно, попробуем с заморозкой. Заморозка, конечно, нам сейчас мешать будет. Да, включайся ты давай уже, девушки. Так, ладно. Сделаем по-другому. И как видите, такой вариант не особо хороший, конечно, дамага много, пойдем отсюда. Вот смотрите, какой урон. Смотрите на мессу, какие криты вылетают. Конечно, он тут будет шатать в такой сборке. Я не знаю, будем ли мы сейчас успевать отхиливаться. Скорее всего, нет. Смотрите, у нас тоже. Но урона, конечно, если сравнить с ремочным, тут в разы больше. Тут просто обычную. Смотрим. Ну, такой себе. Я бы не сказал, что он особо топово бьет. Смотрите, дракон просто ушатал. А ремочный намного лучше смотрелся. Ну, плюс тут у нас ремка уже пропала. Ну, с таким можно, допустим, там добивать некоторые кошмарки. Давайте какую-то. Попробуем тут. Ну, я не знаю, опять же, он может просто не включился все-таки. Вот смотрите на черепа. Миллион, миллион двести. Сейчас его, наверное, скорее всего, солью. Да, дальше застанем. Ну, то есть по урону тут вопросов, думаю, нет. Единственное, весь вопрос в универсальности. Так. Ну, этот герой не особо для подзема, конечно, там может помочь вам добить некоторые здания. Так, окей. На волнах, думаю, смысла нету показывать. Я вам же его показывал на волнах. Поехали на аренку.
Ну, тут его тоже сейчас будут сливать, мы в топе. Поэтому тут либо выставлять надо всех героев. Сейчас попробуем, конечно же. Так, у меня ворожей, по-моему, без ремки. Ну ладно. Если с ремкой, то хорошо. Попробуем еще охренка поставим. Вот у меня смотрителя нет. Смотрите, вражеский смотритель ударил. Видели, да, сколько? Сразу полмиллиона с него просто ушатали. То есть вообще без вариантов. Такой вариант на аренку, к сожалению, не будет особо заходить. Ну, плюс есть получше вариант. Это поставить ему ремку и бег. Ну, тогда у вас будет выбегать и первый включаться. Так, в принципе, у меня есть на дефе. Но это опять же ремочный вариант. То есть толку от него, как видите, здесь такой сборки, ну, практически нет. Да, вот если он включится, то он там тупо перешатает половину. Но опять же, давайте еще тут попробуем. Смотрите, просто смотритель его уносит вместе с героями. То есть, как видите, вариантов особо много нет. Ну, тут мои разошлись ненадолго. Так. То есть на арену такой вариант однозначно нет. Поехали сюда. Так, у меня тут его нигде нет. Нет, окей. Опять же, панчбокс. Поехали, попробуем. Наверное, скорее всего, не топовые пачки, да. Но если включится, то будет вот так вот. Но видели, да, на хранителе он. Хранитель был включен, и получается его первый удар, он все равно сливается. Каким-то образом непонятно. То есть до включения получается либо смотритель. В общем, такой вариант не ахти. На определенные локации, да, вот тут у нас смена. Печально. Вообще топов нету. Вот один смотритель просто столько наносит. Вот обычная Фрейя сейчас может его просто с плюшки шатануть, если разморозится. Но тут она не прокачана, к счастью. Ну, допустим, был бы он и Бигфут. Бигфут же автопрокер у нас, если ему поставить ремочку, то в принципе они бы налегке любую пачку затащили. То есть Бигфут заморозил, этот включился. И все. Так, ну вот какой-то, может, это топ. О, отлично, вторые эволюции. Смотрим. Ну вот как-то так, видите, героев посливал. И причем было заметно, как он на ком-то просто тупо... Ну, я думаю, вряд ли смотритель так до нуля сбивает. Но вот сейчас, опять же, еще один минус. Смертушка с разбросом просто не дает ему включиться, то есть от него дальше толку нет. Поэтому не надейтесь на то, что он у вас будет долго жить. Даже если вы там ему поставите СО, либо выживание, ему просто не дадут зарядиться, и все, он будет, как любой герой, бесполезным. Три горгула. Так, поехали сюда. Вот отлично. Тут сейчас его заблочат. Вот смотрите. Жесть. Я унес всех, у меня остался только от хрона тень осталось. И получается, он просто убился на вражеских героях и противнику засчитали победу. Но вроде он всех и снес. То есть вариант, конечно, интересен, но не знаю. Все-таки, когда он будет резаться, будет второй шанс. Намного лучше. Сейчас у нас тоже просто с плюшки Фрейя под хроном. Или не Фрейя, кто там? А, это у нас этот. Бугимен. То есть выносится при максимальной прокачке на ура, особенно с пактом. А так, в принципе, интересный вариант, но я бы не сказал, что он топовый. Но выносить он будет, если он у вас включится полностью всех.
Вот, в общем, как-то так. Так, ну где мы его еще так можем протестить? Поехали еще в экспедицию забежим. Ну тут он сейчас будет просто трешивать. Это можно им быстро фармить, как минотавром, в принципе. Ну вот так вот. Вот видите, на одержимого щит упал. Так, затащил. Такой вариант чисто ради фана. Ну, никто не выжил. Единственное, еще могут герои с девятой, ну, живой вытащить. Ну и то. Не знаю, тут он не включится. Если сейчас попробуем так, чтобы он включился. Если получится, сразу же посмотрим на урон. Ну все, его слили. В общем, вот так вот, ребят, такая вот сборочка. Не знаю, вариант, конечно, интересный, но он того не стоит. Есть более интересные варианты. Поэтому перед тем, как качать пакт иммун, собирать на урон, задумайтесь, будете ли вы его везде использовать. Все, пишите комменты, подписывайтесь, как обычно, лайки, репостики. Всем удачи, всем пока.